В настоящее время было рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия о избрании меры пресечения моим подзащитным желанным в виде заключения под стражу. В начале судебного заседания следователям было дополнительно заявлено ходатайство об отложении рассмотрения основного ходатайства на 72 часа, ссылаясь, соответственно, на Уголовно-процессуальный кодекс. Мы возражали категорически, поскольку указанное ходатайство было незаконно, необоснованно и ничем не мотивировано. Дословно следователь сказал, нам необходимо еще 72 часа, поэтому просим отложиться. На мои вопросы, как защитника, в связи с чем это необходимо, обоснуйте, скажите, какие следственные действия необходимо провести, следователь сказал, что он не может сказать. Соответственно, чем оно мотивировано, это ходатайство, нам неизвестно. Разумеется, оно было незаконно необоснованно, после чего судья удалил совещательную комнату для его разрешения, по выходу из которой приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Вот, судебное заседание отложено до 17 часов 17 сентября 2021 года, уже в ходе которого будет рассмотрено по существу основное ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу желанного. Дальнейшие ваши действия? Соответственно, в настоящее время собираем все необходимые документы, подтверждающие, скажем, положительные характеристики личности, состояние здоровья, вот, поскольку есть основания полагать, что суд не сможет, так скажем, ему избрать ту меру пресечения, о которой ходатайство следствия, ввиду наличия определенных заболеваний, которых, соответственно, мы бы сказали сегодня, но в причину определенных обстоятельств не смогли это сделать. Вот. Но, тем не менее, мы, соответственно, об этом тоже говорили, что в силу закона, невзирая, через 72 часа будет повторное заседание, либо через какое-то другое время, что независимо, когда оно будет, что в силу закона он все равно не может содержаться под стражей. Более подробно, так скажем, состояние здоровья не имеют, так скажем, возможности высказаться. Вот. Поэтому по обжалованию указанного решения в настоящее время не готов сказать, поскольку сейчас необходимо проводить другие мероприятия. Вот. Считаем решение суда необоснованным, поскольку оно было удовлетворено необоснованным незаконным ходатайством.